И наступит, наверное, третий год, как мы обещаем, новый диск, вот куда войдет эта композиция, и как и следующая. Предыдущий мы обещали 10 лет, который называется хард-диск, поэтому тут пошел третий год всего. Мне кажется, стоит набраться терпения. Вот, собственно, в общем, да. А композиция называется 31 августа, в общем, она действительно посвящена тем, кто не пойдет завтра в школу. Некоторые из нас даже не пойдут на работу. Соболезнования нашему трамбонисту, у него дочка поступила в институт. Ты не пойдешь в школу? Ну, короче, в общем, тогда и подарок. И...
не меняет трек-лист.